Привет, с нами нападающий сборной России по мини-футболу Сергей Иванов. Привет, Сереж, расскажи, пожалуйста, как прошла игра с Костарикой, что получилось, что не получилось? Привет, в принципе, игра прошла успешно, я считаю, если результат победный мы сегодня в полуфинале. Установку тренера, думаю, пытались выполнять по максимуму, но что-то не получалось из-за того, что соперник не давал, и где-то свои ошибки были. А так, в принципе, все нормально. Сегодня будете играть в сборной Мексики. Знаю, что разбирали уже сегодня игру. Что сказал тренер? Может быть, какие-то советы уже дал? Советы будут еще, я думаю, непосредственно на установке перед игрой. В принципе, мы с Мексикой играли, товарищеская игра, но команда атакующая бежит, мы будем играть в свой футбол. Спасибо большое, удачи вам в предстоящей игре. Спасибо.